Эрекция Ивана Степановича Табуреткина. Как-то раз случилась Ивана Степановича Табуреткина нешуточная эрекция. Случилась без повода и причины, к тому же не вовремя, да еще не спадает. Растерялся Иван Степанович, из дому не выйти, брюки даже надеть возможности нет. Мучился, думал, гадал, как быть. Даже преодолевая природную стыдливость, по телефону консультировался с друзьями, а затем следовал их советам, включая самые неожиданные. Все без толку. 3 дня и 3 ночи изводила табуретка небывалая эрекция. А на 4-е сутки вдруг отпустила, спала, ушла окаянно. И больше никогда у Ивана Степановича не было никакой эрекции.